Маленький городок Сьерра Гранде. Вчера мы ночью проскочили Пуэрто Мадрин. Ну, там, наверное, было что посмотреть, но, в общем-то, мне уже не интересно. Там, наверное, только киты, которых сейчас, думаю, нету. Ну, вот так вот здесь. Ветрено, пыльно, неуютно, очень неуютно. Ну, не так, чтобы холодно. Наверное, градусов 15 сегодня. С погодой на всем протяжении этого путешествия я считаю, что мне очень везет. Все, сейчас этот водила выйдет, и мы поедем. А я пойду куплю кое-что. Однако здесь есть жизнь. Вот цветет что-то, похожее на абрикосы, но я не думаю. Не знаю, что это за дерево, их таких много. И он еще будет. Я, пожалуй, много снимать не стану. Когда уже будет какая-то перемена, снова включусь, или что-то необычное. Большая, длинная страна, и Патагония, вот большая ее часть, вот такая, к сожалению. По другой стороне идет озерный край у подножья Анд. Там, конечно, совсем другие виды. Ну, там я уже был, в общем-то, и не жалею, что мы едем здесь. Надо было это посмотреть. Скучная дорога, конца и края не видно. Пока что провинция Рио-Негро. И я так думаю, мы проедем немного по провинции Ла-Пампа. И по провинции Буэнос-Айрес. Но пока не знаю, как точно. Мы свернули с третьей руты, которая идет до Огненной земли, на 251-ю. Где-то здесь уже должна начаться провинция Ла-Пампа. Рио-Негро мы едем, и должна начаться Ла-Пампа. Точной границы не видно, ну, может, будет какая-то надпись. Немножко начал меняться цвет растительности, появляется зеленая трава. Ну, пока что все равно очень печально. Пейзаж, конечно, грустный. Впереди какие-то болота. Кейс. Сейчас сворачиваем на руту 22 на Майя-Бласка. Как этот урод достал свою музыку? Это уже будет провинция Буэнос-Айрес. Ну, ничего сильно не меняется. Также серия. Провинция Ла-Пампа. Это уже провинция Буэнос-Айрес. До Буэнос-Айрес еще далеко. Впрочем, мы туда, наверное, не поедем. Очень серенько, очень грустно. А жена выложила историю из нашего сада. Ну, совсем другое дело. Все зелено, красиво. Цветут орхидеи. Я очень хочу домой. Нагулялся, накатался, ну его нафиг. Лучше Миссионеса места нет. Ну, я еще не видел.
Все, я перепутал. Мы до Баябланки еще не доехали. Вот мы где. Это провинция Ла-Пампа. Скоро вот-вот подъедем к границе провинции Буэнос-Айрес. И через километров 130 будет Баябланка. Пейзаж немножко улучшился. Ну, наверное, летом здесь зелено. Вот, и сейчас уже трава зеленее, больше деревьев, больше коров. Все, мы уже приехали в такую климатическую зону, другую, где жить можно. Много коровок, пейзажи получше пошли. Летом здесь, я думаю, хорошо. Хрен его знает, где мы находимся. Забыл, как называется этот поселок. Короче, до Росарио 500 с лишним километров. И до Парагвая останется еще, ну, короче, в целом где-то 1500 километров. 500 до Росарио и 900 с копейками до Клоринды. И все. И все, надеюсь, на этом закончится. Уже неохота ничего снимать, я уже хочу домой. Гуамини этот поселок называется. Ну, как бы поприличнее уже, значительно приличнее, чем то, что было раньше. Джамат линдо киан. Мас ординадо, мат лимпио. Менос мугри. Кому энту Рио Грандес. Вот этот вот, вот, вот эта вот рожа мне уже, блядь... Por qué me decían ruso que me tenés cansado? Y sí. Decile a lo del video, me tenés cansado. Estoy cansado de vos. Decile en ruso. А этот говорит, что, короче, он от меня устал, вот этот вот. Я его ненавижу уже. Ну что делать? Ну, не выкину же я его из его машины. Фух, правда. Абсолютная психологическая несовместимость. Абсолютная. И все бабки, 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 за каждую копейку трусится. Ну ладно, я не знаю, загружу это или нет, но это правда. Вот, у него рога, да. Рога, сажама. Рога. Вот тенес рога. Que cosa? Рога, куэрно. Тенес вос. Como se dice? Рогар. Рога. Рогар. Рогатый. Рогатый. Вос сос рогатый. Зарладкий рогатый. Ну вот так вот, короче. Жадный, мелочный, блин, и никуда не торопится. Я хочу быстрее. Он спит, разговаривает, решает другие дела. От провинции Ла-Пампа и Рио-Негро уже произошли изменения. Вот эта провинция Буэнос-Айрес, есть поля зелененькие. Совсем все выглядит иначе. Это уже настоящий пляж. Тепло. Зеленые поля. Едем в сторону Росарио. Провинция Буэнос-Айрес сейчас пока. Ну, климат нормальный. Киталь. Так, цены. Супер 293. 293. Не знаю, сколько сейчас Миссионес. На огненной земле дешевле. Почти в два раза. Провинция Буэнос-Айрес. Зелено. Скоро въезжаем в провинцию Санта-Фе. Санта-Фе. Слева провинция Кордова, справа провинция Буэнос-Айрес. Едем на Росарио. Немного осталось до Росарио. Ну вот, я в майке, ветра нет, температура очень комфортная. Остановились на заправке, сейчас поедем дальше. Сегодня до Росарио доедем по-любому, а завтра еще
900 километров где-то. И, ну, Асунсьон, я считаю, что уже дома.